Снова пришли дожди. И они шли до тех пор, пока не размыли в стране все дороги, поля, леса. Осталась только грязь. Усталые английские солдаты носили луки над головами, пытаясь защитить драгоценное тисовое дерево от воды. Пустые тележки не катятся вперед, хотя все припасы и съедены. Сзади доносится пугающий стук копыт. Пришли французские рыцари. Англичане отступали со времен боя при Харфлере, где во время осады короля Генри V погибли 3000 англичан. Теперь Генри пришлось забыть о своей мечте потребовать французский трон, принадлежащий ему по наследству. Как и его люди, он хотел только одного – дойти до Кале и вернуться на кораблях в Англию. Но на обратной дороге в Кале французская армия остановила его. Зная, что англичане устали, голодают и на одного англичанина приходится 3 француза, французы не собирались вести переговоры. Англичане заняли оборону на вершине лесистого холма. Лучники втыкали пики в землю, чтобы защититься от кавалерии врага. Единственная надежда Генри – то, что его легко вооруженная пехота окажется сильнее заносчивых французских рыцарей, и что его лучники успеют уменьшить количество врагов перед их атакой. Харфлей провалилась. Мы должны отступать, пока наши потери не стали слишком большими. Французы, несомненно, воспользуются этим отступлением. Нужно торопиться к транспорту, чтобы наш король Генри еще смог увидеть нашу любимую Англию. Мы сможем проскочить между этими утесами и стенами в Вайене. Но Вайене славится своими достижениями в науках. Может, мы сможем что-то взять из местного университета? Соседний город Тревен очень тихий и мирный. Мы сможем там отдохнуть, но не очень долго. Замок Агинкур расположен на этой дороге. Мы наверняка встретим много французских рыцарей. Битва будет жестокой. Если нам суждено умереть, мы сделаем это ради спасения нашей страны. А если суждено жить, чем меньше останется, тем больше им будет славы. Сегодня день святого Криспиана. И с этого дня каждый год вы можете показывать свои шрамы и говорить, что в этот день вы были здесь. Тот, кто сегодня прольет вместе со мной кровь, станет моим братом. Требуше, если мы сможем его захватить, замок Агинкур не будет представлять опасности. Поторопитесь, мой король, на борт, и мы отправимся в любимую Англию. Англия, милое сердцу картина. Король Генри почти дома. Битва у Агинкурта запомнилась не потому, что она была победной, как раз наоборот. Множество лучников-англичан победили французских королей только потому, что рыцарям приходилось атаковать через густой лес. Англичане же были экипированы легкой броней и смогли поймать французов и не дать тем уйти. Атака Генри и его кавалерии разбила французов и открыла дорогу к побережью. Несмотря на победу, Генри отступил в Англию. Настоящим победителем в этой битве была Бургундия, что смогло надолго заполнить вакуум власти, который оставили англичане и французы.